В Барнаул приехал известный астрофизик Игорь Москаленко. Он автор более 280 научных работ. Астрофизик выступил в классическом вузе с открытой лекцией. Ученый считает, что наша Вселенная исследована только на 4%. Остальные 96% нам еще предстоит изучить. Именно этим и будут заниматься ведущие астрофизики на Европейском симпозиуме, который открылся сегодня в Алтайском госуниверситете. Конференция посвящена космическим лучам. В ее работе принимают участие лучшие ученые из России, Бельгии, Германии и еще более 20 стран.